Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. У Дніпрі з перших днів карантину працює волонтерська платформа для тих, хто у зоні ризику. Сьогодні ми будемо говорити про роботу цієї платформи. У нашій студії перша заступниця директора міського територіального центру Юлія Олександрова. Вітаю вас! Здравствуйте! Юлія Олександрова – перший заступник директора міського територіального центру, депутат Шевченківської районної у місті Дніпрі Ради. Має дві вищі освіти. Закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Київську академію праці та соціальних відносин, магістр соціальної роботи, має доньку, хобі, кінний спорт та книги. Юлія, вітаю вас ще раз в нашій студії. Юль, у Дніпрі вже кілька тижнів працює волонтерська платформа. Її ініціатором став міський голова Борис Філатов. Розкажіть взагалі, як з'явилася ідея організувати цю платформу, як вона зараз працює? Ну, наверное, логічно, що вона образувалась на нашій базе, потому что тот контингент, который сейчас подвержен этому риску, это те люди, с которыми мы ежедневно работаем, сталкиваемся в своей работе. Это бабушки, дедушки, особы с инвалидностью. Поэтому вот уже, как вы правильно сказали, около 3 недель мы круглосуточно заняты тем, что все наши усилия направлены, чтобы максимально оградить этих людей от похода в магазины, в аптеки. Вот, собственно, около 3 недель назад мы собрались и решили, что надо, наверное, организовать какую-то такую вот волонтерскую площадку. Обратились к людям. В этом нам помогли и власти, они так очень хорошо массированно эту информацию разнесли по всяким источникам. И люди стали идти, обращаться, предлагать помощь какую-то, кто-то транспортом, кто-то продуктами, кто-то финансами. Да. Потом это уже стали какие-то не люди, а организации присоединяться. На сегодняшний день нам помогают такие крупные организации, как АТБ Маркет, магазин Сельпо. Сейчас присоединяется Простор. Насколько я знаю, на следующей неделе включится в работу Днепропетровский наш завод пищевых концентратов. Он обещал левую сторону, там 3 района, обеспечить своей продукцией. Ну, вот так вот потихонечку все люди включаются в процесс. Зрозуміло. А взагалі, скільки літніх людей ви забезпечуєте, так, тих людей, людей, які в групі ризику? На сегодняшний день их порядка 12 тысяч у нас. Это одинокие люди, так? Да, это те, которые стоят на учете в торцентре, но, конечно же, в городе их намного больше. И мы пытаемся сейчас в первую очередь обеспечить продуктами вот ту категорию, которая наиболее незащищенная. И потом, конечно же, нужно будет перейти на тех людей, у которых, в общем-то, есть родственники, дети, но которые тоже по каким-то причинам не могут выйти, которым помочь некому. Таким мы тоже, конечно же, везем, несем. Ситуации бывают разные, критические, иногда очень оперативно нужно реагировать. А скажите, будь ласка, наприклад, люди чи звертаються до вас самі за телефоном? Конечно, і, да. Можливо, ви зараз скажете цей номер телефону, щоб у всіх була важливість? Ну, цей номер телефону вже знають всі бабушки міста. Круглосуточно обращаються, дзвонять. Тому що где-то хтось побачив, хтось услышал, сусідки привезли, везіть срочно і мені. Я хочу всех успокоить, сказать, что обязательно рано или поздно мы доедем до всех. Не получается это сделать всем сразу одновременно, потому что силы тоже ограничены. Мы сейчас
нам помогают в 90% это волонтеры, потому что своего транспорта у нас, к сожалению, недостаточно. Подключаются те же коммунальные какие-то предприятия, которые выручают и транспортом, и руками, и людьми, которые грузят каждый день, что-то везут, перевозят. Работа круглосуточно, без выходных сейчас идет, поэтому рано или поздно мы своим вниманием обойдем каждого. Скажите, будь ласка, скільки людей в вашій команді зараз? Это невозможно сейчас сказать. Я так розумію, соціальних робітників можна порахувати? Конечно, а волонтерів всі? Это нереальная цифра, потому что каждый день какие-то звонки с предложениями помощи. Ну, вначале это были десятки, сейчас это уже, я даже не боюсь сказать эту цифру. По социальным работникам на сегодняшний день из... Ну, к сожалению, их меньше и меньше становится. Сегодня их 482 человека. Это те люди, которые сейчас работают на весь город. И я понимаю, что им сейчас очень трудно, нелегко. Где-то на одного соцработника приходится от 10 до 15 подопечных. Помимо доставки продуктов, у соцработника есть еще ежедневные обязанности, которые он выполняет, которых есть бабушки, дедушки, которых он не бросит. Ежедневные обязанности соцработника входят... оплата коммунальных услуг, приготовление еды, кормление, купание, уборка. Ну, очень много всяких вот ежедневных вот этих вот рутинных забот, которые все равно наши девочки тянут. А помимо этого еще и вот они у нас тут как улик такой в торцентре, они еще и несут эти коробочки, пакеты, хлеб, развозят на велосипедах. Что-что? Такой же аптека, я так разумею. Аптеки, конечно же, да. Сейчас нагрузка на них очень колоссальная. А взагалі, у вас не стачит социальных працівників? Да. Тобто ви нас... зараз запрошуєте до себе на роботу? Конечно, мы всегда приглашаем всех желающих, всех там, кто любит покомментировать, поучить, как правильно работать. Мы всех с удовольствием приглашаем на работу. Вакансий сейчас у нас достаточно. И в каждом районе. Работы достаточно. А скажіть, будь ласка, взагалі, хто приєднався до вас ще? Наприклад, я знаю, що ви батальйони приєдналися. Ну, в першу чергу, отозвались ребята-добровольці, яким не привикати бути на передовій. Зараз у них друга передова. Батальйон Айдар, батальйон Азов, українська добровольська армія. Дуже здорово, кожен день приходять на виручку. Я зараз боюсь всіх не перечислити. Це національний корпус. И ребята сейчас, курсанты училища МВД на этой неделе, на разгрузке, погрузке. В общем, подключили все, это общий процесс, втягиваются все больше и больше людей в это. Спасибо большое. Сами мы бы, конечно, не справились своими женскими руками и плечами. Так, звісно, добре, що всі гуртуються саме зараз у такий складний момент. А скажіть, будь ласка, які ви маєте відгуки? Мабуть, дуже багато відгуків від людей тих, які отримують допомогу. В основному, звісно, дзвінки, звернення з просьбами. Ну, очень приятно є, звісно, і коли дзвонять, благодарять, або коли... Просто приходит там среди ночи сообщение от какого-то соседа, спасибо, что вот вы откликнулись, помогли, там вот у меня бабушка за стенкой жила, а теперь она там, хватит на месяц ей продуктов. Это бывает гораздо реже, но это очень приятно, и ты видишь какую-то отдачу от этой работы, ты видишь результат, ради этого, наверное, стоит все это делать. Ви допомагаєте і тим, хто телефонує на гарячу лінію. Тобто складаєте якийсь такий перелік тим, хто, по-перше, потребує допомоги, тим, хто другорядний і так далі. Ну, першочергова задача, звісно, це ті люди, які не можуть вийти з дому, які лежачі, які передвигаються на ходунках, у яких взагалі нікого нету. Ну, там, где горит, туда везем в первую очередь. А есть такие люди, которые вот просто, это уже не наши подопечные, но вот они просто звонят. Мы, конечно же, все эти контакты фиксируем, и они не теряются. Обязательно эти люди тоже будут включены в эти списки, и им тоже... Я читала на вашій сторінці у Фейсбук, де ви розповідаєте історію бабусі, яка живе з трьома маленькими діточками. І коли прийшли ваші, я так розумію, чи соціальні робітники або волонтери, побачили, що в них вдома лише мука і лише картопля. І більше нічого немає. Тобто бабуся отримує ті 2000 гривень, на які
намагається прокормити, прогодувати цих дітей? Розкажіть історію. Ну, там немножко по-другому було. Просто небезразличний, скажем так, чоловік обратився, совсем даже не та бабушка, попросили за... Ну, так розумію, сусіди за цю сім'ю, так, так. Да. Попросили помощи. Это совсем не наша подопечная бабушка, и как бы мы с детьми не работаем, это немножечко другая парафия. Просто позвонил вот такой вот человек, который рассказал про эту ситуацию, а уже, я не знаю, срабатывает какой-то опыт, может быть, уже вот как-то понимаешь по звонкам, где люди просто вот требуют, ну, злоупотребляя немножечко, вот привезите мне, а где действительно какая-то нужда. Я связалась с этой бабушкой, оказалась действительно там такая очень сложная ситуация, она осталась одна с этими тремя внуками. Ну, благодаря этому посту в Фейсбуке ей за два дня туда навезли продуктов, как она сказала, на три месяца, и я там была тоже, там, конечно, очень такие сложные условия проживания. Привезли туда продукты, небезразличные люди набросали ей денег на карту. Ну, в общем, бабушка, как бы, ну, опять-таки, это не наша подопечная, но вот благодаря таким вот звонкам выявляются люди, которые нуждаются. Как правило, люди, которым действительно надо, они никогда не просят о помощи, они никогда ничего не требуют, они молчат. И добре, что такие небайдужі зустрічаються, ті, які все ж таки розказали вам, так, а ви, завдяки вам, ця бабуся, звісно, дітей отримали допомогу. Ну, не мені, це, наверное, благодаря тим людям, которым отозвалась эта боль. Ну, это, наверное, вот наша какая-то особенность национальная, что ли. Это вот общее горе, оно так умеет сплочать людей всех. У нас очень много хороших, отзывчивых, добрых людей. Як волонтери до вас потрапляють? Хто взагалі волонтери? Всі молоді желающі. Люди, студенти, хто? Це абсолютно різні люди. І бізнесмени, і студенти, і 18-літні діти, і люди, які вже самі преклонного возраста, і з різним достатком, різного рівня. Ну, абсолютно різні люди, совершенно. Хто хоче допомогти, вони знайдуть можливість прийти і щось зробити. Запропонувати свою допомогу. А взагалі, які методи захисту для волонтерів? Це ж теж дуже важливо, тому що щоб ці бабусі, дідусі не отримали якийсь вірус. Ну, волонтери не так контактують з бабушками, все-таки це соцработники обов'язково супроводжують волонтерів. Волонтери, вони осуществляють фізичну допомогу просто. Тобто на автомобілі доставити їжу? Так, так, піднести, принести щось. Все равно в дом заходит соцработник. С соцработниками, конечно же, мы проводим ежедневные инструктажи, мы уделяем огромное внимание безопасности волонтерам, потому что мы их сейчас бережем, они у нас на вес золота, они все в масках, они в перчатках, они знают, как вести себя, они соблюдают дистанцию там, где это возможно. Они знают, как выявить какие-то первые признаки болезни. В общем, работа ведется каждый день. Зрозуміло. Я так вважаю, що соціальні робітники, які волонтери, вони стають, так би мовити, психологами в якомусь сенсі, коли спілкуються з тими людьми, які взагалі не виходять на вулицю і сидять в чотирьох стінах, і вони мають таку інформацію з телебачення, вона не завжди правдива, так би мовити, є багато фейків, є багато міфів, то як спілкуються з ними, які є, можливо, історії навіть? Робота соціального працівника, вона, в принципі, предполагає роботу і психолога, і юриста, і ще дуже-дуже багато всяких. І медицинського працівника, так. Так, звісно, девочки, ну, они уже как родные этим бабушкам, это уже как члены семьи, они очень по много лет работают с одними и теми же людьми. Конечно же, иногда надо и прийти, и успокоить, и доброе слово и пояснити, сказать. И пояснить, так, да, все да. Важные вещи. Да. Это добре, что у вас згуртувалась такая команда, яка дійсно допомагає людям. Это такая сфера, где случайных людей не бывает, потому что это не та работа, где идут люди зарабатывать деньги, там действительно люди работают по призванию. Случайных людей там не бывает, они долго просто не задерживаются. Можливо, ви розкажете, які якості мають бути у соціального працівника? Милосердие, наверное, вот это включает в себя все. Все остальное можно, наверное, всему остальному научиться, но это вот самое главное. До чого потрібно бути готовим, коли плануєш стати соціальним робітником?
Ну, это психологически такая сложная работа. Наверное, в первую очередь психологически. Физически тоже, конечно же. Девчонкам сейчас приходится носить эти пакеты и все на свете. И в принципе, до этого карантина не так-то просто. Сейчас у них такая нагрузка на одного человека. 10-15 человек – это достаточно много. Таке питання. Взагалі, соціальний працівник працює не лише з понеділка по п'ятницю, так, з 9 до 6. Якийсь інший графік роботи? Ну, взагалі, звісно, вони повинні працювати з понеділка по п'ятницю, з 8 до 5. Але, звісно, особливо зараз, іноді 7-8 часов вечора йдеш, а вона стоїть в очереді за якими-то продуктами, для того, щоб якоїсь бабушці ще віднести. И ты понимаешь, что у этого соцработника тоже есть семья, у нее тоже есть дети, но она не может оставить эту бабушку. И она в ущерб своим близким, своему личному времени все равно делает эту работу. Так, ну, это так, но сейчас такой час, что, мабуть, да. Потрібно быть усім згуртованими. И... Так и есть. Милосердными, как вы кажете. Взагалі, такая инициатива. Ініціатива міської влади з допомоги літнім людям лише у нас в Дніпрі або в інших містах України також це працює? Чи знаєте? Ну, мені кажеться, наш мер один із перших як-то построїв цю роботу. Зараз, я знаю, підключаються вже міста. От ми зараз працюємо, співпрацюємо з Києвом. Така от цікава є... Ну, это не программа, совместно с «Розетка», «Новая почта» и «Жизнелюб», вот смысл подвешенных пакетов. Сейчас наш город участвует тоже вот в этом проекте. Насколько я знаю, помимо нашего города еще Львов, еще какие-то города, которые каждый день подтягиваются там в этот проект. Смысл в том, что есть расчетный счет, куда люди... Со всех уголков Украины могут перечислить деньги. За эти деньги приобретаются продукты, они фасуются и развозятся, потом направляются по городам, участникам этой программы. Вот вчера у нас была уже четвертая такая поставка из Киева. Это продукты с... товары первой необходимости, макароны, крупы, сахар, масло, мясные консервы, пресловутая туалетная бумага, там, от которой никуда не денешься. Ну, в общем, такие вот достаточно внушительные коробочки, там что-то под 10 килограмм. И вот очень такая вот помощь ощутимая для города Днепр. Я не знаю схеми цієї, так би мовити, цієї допомоги. Розкажіть, будь ласка, це можна зробити на сайті «Розетка»? Да, да. Зайти і... Кожен чоловік може зайти, перечислити гроші. Один набор, я боюсь ошибитися, десь в районі 230 гривень, по-моєму, стоїть. Може оплатити один цей набор або не один. Чи може вибрати, куди саме направити? Так бы могут и цели. Мне кажется, нет, человек, наверное, просто вот поступают эти денежные средства на этот счет, а там уже формируются вот эти вот наборы, и дальше они развозятся по городам. Розподіл міст, якщо, наприклад, я з Дніпра, я... Київ розподіляє. Ну, були определені ізначально договоренності по кількістю, по запросу. В Києві, звісно, там найбільше, 60 тисяч на місяць вони просчитали на наборів. У нас щось порядка 10 тисяч на Дніпр, Львов чуть поменше. Ну, зараз інші міста в цей проєкт теж підключаються. Тобто ці... Географія росте. Ці набори приїжджають сюди новою поштою, до вас саме, я так розумію. 15-тонник приїжджає к нам в тер-центр. Далі ми пропорційно по кількістю районів, по кількістю підопічних в кожному районі, тому що райони різні, десь більше, десь менше, щоб нікого не обділив, щоб... Какая-то бабушка не получила два набора, какая-то ни одного. В общем, пропорционально делится количество этих коробочек и дальше развозится уже по 8 районам и по тер-центрам. Оттуда логистика по адресам уже развозятся коробочки. Вот уже социальные працівники також... Да, ну социальным працівникам руками тяжело уже эти коробочки носить. Приходится на автомобилях развозить. Вот кто чем может, тот и развозит. Спасибо, сейчас районные администрации подключились тоже с транспортом, какое-то уже так, уже легче становится.
В общем, постепенно все включаются в общий процесс. А, до речі, от ви розповіли про набори, так би мовити, продуктів, які доставляють від розетки, наприклад. А скажіть, будь ласка, у вас ті набори, які формуються завдяки волонтерській платформі Дніпра, що входить в ці набори? Це дуже різні набори, смотря що приходить. Ну, от на поначалу це були абсолютно різні продукти. Это были какие-то мешки с овощами, это были какие-то паштеты, какие-то каши быстрого приготовления. Вот что люди могли принести, то они и несли. А, какие-то мелкие предприниматели, обычные люди. Просто даже вот были люди, которые не хотели себя афишировать. Вот они купили там 10 наборов, 20 в какой-то конкретный район, они привезли. А были такие люди, которые просто привозили, им было все равно, куда кому раздать. Мы тогда уже развозили туда, где они были нужны на тот момент. А саме зараз, якщо у вас, наприклад, є якась сума грошей, так, від меценатів, наприклад, то хто формує, акумулює ці речі першої потреби? Ну вот у нас недавно ситуация была, КП «Благоустрий» МИСТа, коллеги наши, вот просто взяли и перечислили нам часть своей мартовской зарплаты на расчетный счет терцентра. За эти деньги мы приобрели 160 наборов в сельпо и развезли по Новокадацкому району. Вот как-то так это и происходит. Что в загалом у наборе? Я так розумію, хліб, якісь крупи? Ну, хліб, ні, хліб не в наборах, хліб просто два рази в неділю ми розвозимо, кожен понедельник і кожен четвер, десь около 3300, якщо бути точними, батонів хліба розвозиться по всьому місту. Набори, ну, продукти першої необхідності, те, що не портиться, те, що може доїхати, крупи, ті ж макарони, мясные консервы, сахар, гречка, все что угодно. Какие-то апельсины, лимоны иногда бывают, борщевые наборы. Ну да, зрозуміло. А куди взагалі звертатись, якщо хтось хоче підтримати соціально одиноких людей, так, похилого віку, або коштами, або продуктами, або своєю волонтерською допомогою? В каждом районе есть отделение территориального центра, где мы с удовольствием примем любую помощь, можно обращаться. У вас також є сторінка в Фейсбуці, так? Да. Як вона називається, скажіть? Городской территориальный центр, она так и называется. Ну, в принципе, кто хотел на нас выйти, проблем нет. Мы открыты для общения. Находят. Как вы зараз працюете? В таком режиме, в таком темпе? 24 на 7. Без выходных, без обедов. Круглосуточно работаем. Это важко, но сейчас это час. Ну, надо пережить. Я понимаю, что это просто такое время, которое надо вот мобилизовать свои силы и просто пережить, просто сделать свою работу. Конечно, люди реагируют по-разному, у каждого свой порог психологический. Кто-то не выдерживает, но тем не менее эта ситуация, она как-то вот сплочает людей, она очень много хороших людей на нас вышло, с которыми, я надеюсь, мы будем дружить и работать в дальнейшем. Нет худа без добра. Це точно. А скажите, пожалуйста, мабуть, есть какой-то такой перелик запитань от бабусь, от дедусей, которые они найчастіше задают? Саме где зараз, я могу получить сейчас помощь от Филатова? Вопросы очень разные. Не знаю, просто бабушки, дедушки иногда звонят просто пообщаться. Вопросы и вам також, всевозможные, да. И почему у меня маленькая пенсия, и как оформить субсидию, и можно ли мне поехать на дачу, и у меня протекает крыша, сосед там что-то, кран какой-то, где мне можно отремонтировать. Ну, сейчас просто мой телефон, он в таком доступе, и звонков круглосуточно очень много. Вопроси бувають різні. Можливо, є такий перелік фейків, так, якихось, які теж сприймають бабусі, дідусі, але... Ні, у нас вони вже дуже умні, дуже грамотні, не так-то просто вже їх обманути. Вони вже і з інтернетами, і зі смартфонами на «ти».
Так, і це добре. А скажіть, можливо, ви маєте якісь свої особисті поради, як залишатися спокійними в складні часи, коли новини такі жахливі інколи, і звичайний перебіг життя, так, українців міняється? Ну, наверное, нужно понимать, что рано или поздно обязательно все плохое закончится. Обязательно наступит лето, будет тепло, будет, не знаю, даже что. Наверное, зберігайте спокій, тримайте дистанцію. Залишайтеся вдома. Будьте здорові, що ще можна сказати. Зараз, мабуть, це найактуальніше пожелання. Це, мабуть, головне. Згодна з вами. Дякую вам дуже. Бажаю вам міцного здоров'я. І нагадаю, що ми сьогодні говорили про волонтерську платформу допомоги тим, хто у групі ризику. На все добре.